Приветствую вас. Смотрите, давайте мы сразу разведем несколько разных понятий, несколько разных моментов, которые, как мне кажется, влияют на восприятие вами ситуации. Я просто их озвучу, просто заострю на них некоторое внимание. И все. Первое. Это то, что вы кого-то застукали. Это изначально проблема с каким-то доверием, когда один человек что-то скрывает от другого. Да? То есть что-то не может сказать другому человеку. Вот. Может быть, потому что знает, как на это отреагировать. Например, вот как вы на это отреагируете, к примеру, да? Это первое. Второе. Вы говорите, что вот я даже сейчас это зачитаю. Значит, у нас в этом плане все хорошо, мы же обычно с ним довольны, мы обсуждаем желания друг друга. Считаю, что он в этом плане не обделен моим вниманием, но тоже нежные чутки камня. Вот что здесь происходит? Во-первых, вы говорите за двоих. Это первое. Вы можете говорить только за себя. Как вам? Нравится, не нравится, приятно, неприятно и прочее. Второе. Вы считаете, что не обделен вашим вниманием, но это не вы решаете, обделен он вниманием вашим или нет. Это решает он, мужчина, так как он либо чувствует, либо он чувствует внимание, вот. Либо нет. Ваше внимание. Понимаете, какая штука? Какой момент такой вот достаточно важный. То здесь вы переходите личные границы человека. Личные границы мужчины. Вы переходите. И в этом, наверное, есть сложность. Для вас, в том числе. Дальше. Вы пишете, я в принципе догадываюсь, он может смотреть на все наши отношения, почти застукал его, ничего не скрывал, больше мы с ним никогда не обсуждали. А почему не обсуждал? То есть, чего не обсуждаем, того нет, получается, да? Вы пишете, значит, я чувствую себя униженный. Не знаю, как тебе с этой информацией быть. Как вас это унижает? В принципе, раскрыл мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович, сказав, что вы сравниваете себя с другими. Вот, вы понимаете, что вы им проигрываете, а свою ценность вы не ощущаете и не видите у себя самой. Вам нужно обязательно сравнивать себя с другими. Получается, что безусловно вы себя не принимаете. Получается, что принять
себя вы можете только если вам кажется, что никого другого на горизонте нет. Только если вам кажется, что никого другого, ну, где-то вот в пределах достигаемости нет. Хотя они там, вероятно, есть. Но вы этого не видите, пока вы не видите, все хорошо. Вам больно от того, что вы начинаете сравнивать себя с другими людьми, ну, в данном случае, девушками. Вот. Потому что где-то в глубине души у вас есть болезненность того, что вы несовершенны. Вот. То есть это неустойчивая самооценка, отсутствие ценности, неуверенность в себе. Связано это, как правило, с низким уровнем самоактуализации. Когда человек не может по той или иной причине себя реализовать. Такое было. Следующий момент. Вам больно сейчас? Это понятно, это нормально. Эту боль вам нужно прожить. Если вы обратите внимание на свой текст, вы увидите, что в своем рассуждении вы не доходите до ключевой точки, что именно, что больнее всего. Вот это понятно, потому что вы можете остаться одна с этой болью, вам этого не хочется, вы это пишете. Боль нужно прожить. Дальше, соответственно, уже корректировать вашу самооценку, восприятие себя, более быть внимательным к себе, более заботливым к себе, как это не парадоксально звучит. Вот, и не брать ответственность за другого человека, а ограничиваться своей ответственностью за себя для начала. Вот. Что касается прощения, то здесь история следующая. Прощать кого-либо одновременно легко и просто. Дело в том, что вы либо можете принять то, что мужчина сделал с моральной точки зрения, не с точки зрения там того, как вас это задевает, потому что есть еще другая сторона. Помимо лично вашей стороны, есть еще сторона моральных ценностей, моральных принципов. Если что-то в это не входит, то вам нужно это реагировать. Вы либо можете принять, либо нет. Если вы не можете это принять, а получается так, что видимо, не можете сейчас, ничего с этим не поделать. Представлять себя прощать не нужно. Если вы поработаете над личностным ростом своим, в том числе и с психологом, то вам будет гораздо легче простить. А может быть нет. С прощением вот так работать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это поможет вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.